Итак, всем привет, мы продолжаем проходить игру Dark Souls Prepay to Die Edition, 6-я серия. В прошлой серии мы попали таки в канализацию, зарубили какого-то странного красного фантома, и я пробежал, собственно, к костру, чтобы, наверное, еще пару уровней поднять. Так, что мне, по сути, нужно? Я думаю, что пора уже начинать конкретно прокачивать силу, потому что в очень скором времени мы сменим этот меч драконий на другую пушку, которая будет скалироваться от силы. Поэтому сила мне нужна. А пока побегаем с этим мечом. И у нас, в общем-то, на повестке дня босс. Где? Насколько я помню. Который в канализации тут торчит. Надо сходить. Надо с ним разобраться. Так, сейчас я только время засеку. Вообще, босс не сложный как таковой. Я думаю, что его вполне себе будет реально с первого раза угандошить. Но это Dark Souls. Так что не факт. Здесь мы никуда не проходим, насколько я помню. Здесь тупичок. У нас, по-моему, что-то хранится, по-моему, тяжелый арбалет. Я. Но он нам не нужен. Я как-то луком мало пользуюсь. Ну еще, давай. Крокодильчик, мать его. По канализации бродила большая, сука, крокодила. Ох ты ж, мать, я забыл про твой хвост. Да. Я забыл про его хвост совершенно. С первого раза, говорит, можно убить, ага. Угу, ага. Ох, я забыл про его хвост. Ничего. Не страшно. Там 3000 душ. Правда, человечность опять похерили. А с другой стороны, она мне не нужна. Это самая человечность. В близлежащем будущем костров, которые надо будет разжигать, там не встретится. Арре! О! О! Мэ. Слишком рано я взял меч в обе руки. Я реально забыл про его хвост. Что он хвостом тоже бить умеет.
Так-то его очень легко закруживать-то, уходя от атак. Но вот про хвост я реально забыл. Так, ну, на таре уже картинку тут эту показывать. Вот, вот, вот это вот правильное. Вот это вот правильная поза. Лагает. Вот, опять правильно сделал. Хвост я ему отрубил, ибо нефиг. Так, я заберу, пожалуй, на всякий случай. Ты не против? Да, я думаю, ты не против. Чё, чё-то он меня зажимает. Вот не надо так. Вот это страшно на самом деле. Давай. Ой, блин. Ну ладно. Не сильно задамажило. Давай, ползи. Ну чё, ползи. Все. И до свидания. Ключ от Блайттауна получили. Двойная человечность, косточка возвращения. Дайте мне Доша. Душа 25. Вот за такого дерьма босса 25 тысяч душ дают. Это, по-моему, несправедливо. Потому что босс реально никакущий. И первый раз я на нем подох только потому, что забыл про его хвост. Что он им тоже атаковать умеет. Так, я какую-то секиру отколупал.
Что за секира? Где она? А, во. Большая секира короля драконов. У-у-у. Я так понимаю, это... Ну да, 50 силы, да нахер нужно. Это только при повторном прохождении, я так думаю. Потому что я не собираюсь себе столько силы вкачивать. Так, кстати, там торговец. Надо бы у него прикупить кое-что. Например, бездонную шкатулку. Потому что она мне уже, наверное, скоро нужна будет. Чтобы к тому торговцу не ходить, далеко до него плюхать. Так, а где тут выход? А где тут выход? Дверь мне запили. О. Так, у меня одна человечность есть. Ой. Не-не-не, с тобой не хочу, ты чё? Ты мне не нравишься. Здорово. Ну, давай посмотрим. Давай поговорим сначала. Так, золотая смола за 1000. Вот это хорошо. Бездонная шкатулка за 1000. Да, я куплю. Так. Ага. Ничок. Ну, проблема в том, что они не чинятся. Так. Шлема мудрого. Но вы посмотрите на вес. Пипец какой-то просто. Доспехи славного. Наруч победителя, который говно. Честно слово, 11. Дают защиту. У меня мои, блин, черные перчатки, и то 12. Красотка. Хорошо, хорошо. Так, бездонную шкатулку купили. Нет, Блайтаун не пойду. До Блайтаун нам еще рано. У нас нет этих, как его зовут, травок у нас нет. Так что мы сейчас, наверное, в лес пойдем. Но сначала, конечно же, прокачаемся. Все-таки 27 тысяч душ, это заявка на хорошую прокачку. Так, новый уровень, что будем качать? Так, тек, 23, да? О, норм, мне нравится. Спросите, зачем я так активно силу качаю? Потому что я скоро буду менять меч. Этот драконий на другой, который скалируется от силы. А потом еще один меч найдем, который требует аж 24 единицы силы, чтобы его вообще носить. А он мне нравится. Я его собираюсь носить. Твою мать! Да ты как какой-то нехороший человек. Вот и ты тоже нехороший, ну. Ой, нет, с вами не буду. Блин, у меня на пиромантию денег не осталось. Ладно, черт с ним. Как раз наберем. Теперь качаться не будем, мы будем копить на пиромантию. Я пишу. Повара уже нет. Ни одного. Ни мясника, ни повара. Никого. Но есть друзья, товарищи остальные.
Да хватит прыгать, но... Наконец-то. Прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Что прыгает? Надо лечь и сдохнуть, все, раз я пришел. Надо просто лечь и сдохнуть. Ты посмотри на этих. Норм? Норм. Ой, тебя-то я забыл. Ой, убьют ведь. Хорошо, что там сзади никого не было. Значит, тоже точно убили. Это я как-то на расслабоне иду такой. А враги-то нифига не стали проще. Так, нам в лес. Как нам лучше пройти в этот самый лес? Здесь правда. За этих гавриков тоже неплохо так душ падает по соточке. Обе. Давайте, выходите. Биться будем. Это я зря. Я же видел, что он уже... Ну, замах уже отменить не мог. Я видел, что он застал на парирование, тварь такая. Вообще, что ли? Нет, не все. Сука. Как вы вот этими вот херовинами... Ой, ёпта! Он опять сделал парирование. Ах ты падла. Ах ты падла. Нет, типа. Дрень такая. Ну ладно, так, что дает? Щит, мишень опять. Я вот не помню, я там брал костюм, который там лежал или нет. Давайте сбегаем. По-моему, брал. Там костюм вора. Но я уже не помню. Да, я взял его.
Билл. По-моему, ты одна была, да? Насколько я помню. Еще один идет. Аркабес. Че, пацаны, хотите, да? Хотите. Ну, хотите, как хотите. А зачем я здесь курса? А чё кто знает? А, ну да, у меня здесь срез есть. Арэ, иди гуляй. А я вот думаю, а пошлите попробуем навалять темному рыцарю, который там стоит. Кстати говоря, в принципе, мы ничем не рискуем здесь. Относительно безопасная локация. Да тебе пусто было, тварь. А вдруг он мне выдаст свой супер меч? Что, конечно, довольно-таки. Проблематичная, наверное, задача-то. Или опустошение. Отменим сейчас опустошение, пожалуйста. Мы же никуда не торопимся, да? Так, обратить опустошение, да. Я знаю, что это я зря делаю, но я все равно... Наверняка где-нибудь подохну и где-нибудь похерю эту человечность, поэтому особо не жалко. Этот упал, что ли? Хорошо. Да у вас тут двое. Да я как-то не ждал компании-то. Да блин, нас задолбал. Нехорошо так делать, слышь? Вообще нехорошо так делать. Ну, с магией это гораздо-гораздо проще. Подобного, чувак.
Ой. Ну, как-то так. Ну все, движок. Как насчет повоевать? Что-то он не хочет. Да, давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот сюда. Вот здесь вот, вот более-менее такое нормальное. Нормальная такая площадь. Апс. Ух ты. Ах ты. Блин, какой у него мувсет страшный. Твою мать! Вот уж не думал, что он через эту штуку пробьет. Я думал, я в безопасности. Нихера подобного. И ни одного бэкстеба не получилось, а? Сука. Ладно. Я же говорил, просру человечность когда-нибудь. Нормально, недалеко бежать, благо. Отвалите, я злой. Ты-то откуда взялся, ну? Ну чё тебе надо, ну? Сидел бы дома. Моё. Ой. Идет. Я его что-то согрел. На-те. Так, ну ты там бежишь? Да, бежит, бежит, бежит. Ну иди сюда. А меж тем 6000 душ. Защищайся, Д'Артаньян! Негодяй! Опс.
Вот и все. Блин, обломок титанита не дал он мне. А, ну понятно, я был не в человеческой форме. Не дал он супер меч свой. А, печалька. А, печалька. Так, ладно, чё, пойдем дальше куда-то. А куда нам, кстати, надо-то? Так, ну что ж, меня немножко отвлекли в самый неподходящий момент. Так о чем я вообще говорил? О том, что надо бы нам в лес отправиться, да? И о том, что мы забороли черного рыцаря, но он не дал мне свой меч. Надо вернуться вон за той фиговиной. Я как-то забыл, что он что-то охранял. Типа того, что... Что дает? Осколок? Нет. Не осколок, к сожалению. Я так просто душ собираю, хожу. Вот так вот, а? Что-то выпало. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бомбочка? Нет, шлем. Шлема это не то. Бомбочку бы. Бы. Бомбочку бы. Но бомбочку не дают. Бомбочку не дают. Так, блестяшка. Ой, я чуть было не забыл про тебя. Ой. Юшки. Окей, юшки. Давай, иди сюда. Иди сюда, поговорим. Иди сюда. Иди, иди. Давай, не танцуй. Так, вот так, бежит? Бежит. Удобный меч. Всем удобный. Жалко, что от силы не скалируется. Да вообще ни от чего не скалируется. Не туда побежал. Здесь, кстати, нету, не помню, есть тут двери, нет тут дверей, по-моему, нет дверей. А может быть и есть двери. Здесь вот рухнувший мост, да. Вот эта вот стена подозрительно выглядит. Очень подозрительно выглядит, но нет. Здесь двери. Так, ну ладно, блестяшку мы взяли, это кольцо мне нафиг не надо. Оно усиливает защиту, когда мало хп. Но когда мало хп, надо уже не защиту усиливать, а надо уже гроб готовить в этой игре. Пишут. А, закрыть. Даже так можно. Так, я хочу сбегать к торговцу, по идее-то. Посмотреть на его усиленную дубину. Я сейчас подумал, что нам же рано или поздно к скелетам идти. А им бы лучше всего как бы это самое. Дробящее оружие-то.
чтобы балансом сшибать. И надо посмотреть, что за дубинка. Поскольку дубинки мне неожиданно понравились. Обычно у нас есть. Вот и посмотри на него, он защищается. Обычная дубинка у нас есть, и она довольно неплоха. Но усиленная-то она усиленная. Она еще круче должна быть. О, он новые ящики притащил. Слышь? Давай. Давай поговорим. Ну, как-то так. Поговорим. Так, значит, что у тебя можно купить? Кстати, у тебя, по-моему, ремонтный есть этот. Как его? Да, ремонтный ящик у тебя есть. Вот я его, наверное, приобрету. Пригодится. Так. По оружию. Усиленная дубинка. 97, почти соточка, смотрите-ка. Ну-ка, а по статам бонус от силы С. Офигенно. На самом деле, я уже не прокачанной дубинкой буду бить на 130. Фига себе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, опять не на ту нажал. Это даже интересно. Купим. А что там еще было? Там что-то еще было. А, усиленная дубина. Это вот я как раз эту купил, да? Я надеюсь. Да, есть одна. Ну пошел ты нафиг, слышишь? Эх, дубинка. Ну-ка посмотрим, что за дубинка. Дубинка. Неплохая дубинка с шипами. По идее. Вот что мне не нравится в этой дубинке, то что мувсет у нее медленный. У этой-то побыстрее. Хотя нет, то же самое, кстати говоря. Ну блин, 97, это 97. Ну-ка пошли проверим на ком-нибудь. Сейчас у костра. Так это. Присядем. А потом пойдем проверим, что за дубинка. Это ж почти на сотню. Базовый урон. Да у меня еще от силы скалирование идет. Охеренная просто. Ну, с одного удара я их выношу. Вот этого не выношу с одного удара, к сожалению. Вообще замечательно. По мне так. Ну-ка, идите сюда, пацаны. Вот не надо вот так вот, вот плясать тут вот, вот. Вот так вот. Ой, да. Почему-то вот это вот не получилось. Вот так вот. Ну, я понимаю. Ой, я понимаю. Но правда, у нее тоже такой же. Удар. Выносливости вроде немного жрет. Вообще замечательная, по-моему, дубинка. Так. Как нам лучше пройти к лесу? Я считаю, что к лесу нам лучше всего и проще всего будет пройти через храм огня. И даже, наверное, знаете, как не так, чтобы с теми там не встречаться. А вот здесь у нас же все уже... А, нет, я же их, блин, возродил. Я забыл. Прошу прощения, значит, нам туда.
Давайте, давайте. Отдыхаем. Наслаждаемся погодой. Что там кто-то... Кто-то бегает. Кому-то не имется. Винка определенно мне нравится. Но ей надо привыкать орудовать. Он аж по 147. Эх, не падай только, крошка. Странно, какая-то анимация была, я хотел ударить в прыжке. Она что-то как-то... Ну ни в какую. О, кстати говоря. Штуки эти появились от Золотого Рыцаря. Я отсюда их вижу. Что? С тебя что-то выпало? Ничего? Ничего не выпало. Ну, обидно. Так, и нам бы еще пиромантию можно прикупить, кстати говоря. Или... Так, у нас денег-то много. Да? А ну-ка. Они уже убежали, что ли? А нет, смотрите, стоят. Стоят потихоньку. Так, я в облике пола, да? Мне бы надо бы все-таки пожертвовать одну человечность на это дело. Чтобы поговорить с ней в человеческой форме. Жалко, конечно, у меня их не так много, но... Фиг с ней. Да, блин, я понял. Не надо, обратите пустошение, да. Давайте, кстати, с ним побеседуем. У меня есть дубинка. И сразу же я у тебя хочу, знаете, что купить? Тяжелых стрел. Так, вот у меня есть вот, да, вот. Тяжелая стрела души и большая стрела души. Вот большую хочу. Одну. Да, спасибо. All right. That'll do it. That should help you on your journey. May we meet again. Я тоже надеюсь, что эта штука мне поможет. Она должна быть помощнее. Давайте сразу ее экипируем, чтобы я о ней не забыл. Я могу ее использовать, да? Ну, как-то я бы не сказал, что она что-то какая-то большая. По мне, так даже меньше, чем обычная. А написано большая. Стрела. А, понимаешь ли. Врут. Даже здесь есть... Нечестные на руку торговцы, которые продают свой товар, не давая соответствующую информацию к нему. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure.
Ок. Ок. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Чё-чё? У меня кольчуг получше твоего этого вот выглядит вот этого вот. You again? What business have you? I don't suppose we can help though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico too. I can't very well abandon them now. А еще что скажешь? Oh, it's you. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but what can one do? I do hope we meet again. Мы встретимся, похоже. Похоже, что встретимся, мужик. Oh, it's you. We're to leave the cat. Rarian. А ну-ка еще раз поговорим. Я так и понял. Oh, it's you. Rary. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Не проклятая? Не? Не знаю. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Короче, она ничего не говорит, если к ней нового, если к ней подойти в человеческой форме. А зря я только человечность потратил. Это не беда. В принципе, не важно и не жалко мне сейчас на данный момент человечность. Так, на ком бы попробовать этих хреновины? Да не, ни на ком. Нам сейчас надо отправляться к кузнецу. Я попробую вкачать эту дубинку. Или сначала к скелетам сгонять? Давайте, поскольку мы здесь находимся, в общем-то. Сейчас заодно и посмотрим. Так, с тобой, кстати, тоже надо поговорить. Ты надо, I can usually manage with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. Да. Oh really? But it, I'm on the. Блин, а я вроде да нажал. А надо было нет нажать, что ли? Oh hello there. Oh, and I'll be pleased to assist. Да, я хочу, ты чё? Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Спасибо. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Так, изменить снаряжение могу. Кстати, уже даже на днёрку повысить. Ок. Изменить снаряжение. А, нет, подожди, купить предмет. Что ты продаешь? Так, ты огненную сферу продаешь. Поджигание. Огненный шар. Вот это вообще-то, конечно. А, нет, наоборот, вот эта вот огненная сфера, это вообще просто жесткая хрень. Разбирает всех просто. Да, раз, два, три. А вот это что, кстати, такое? Пыляющий пламя. Это начальный уровень пиромантии, так что невозможно управлять. Ну, понятно. Goodbye, зачем? Be safe, friend. Don't you dare go on. Ок. Так, скелетики. У нас много тут всякого вкусненького, но... Я так смотрю, я опять увлекся. Я думаю, что мы завершим на этом серию. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.